В Когалыме в знак уважения и дружбы народов установят памятник выдающемуся государственному деятелю СССР и Азербайджана Гейдару Алиеву. В 1980-е он курировал социальную политику, будучи первым зампредседателя Совета министров СССР. Именно он принимал решение об отправке азербайджанских строителей для участия в обустройстве северного города. Их силами было возведено больше 60 тысяч квадратных метров жилья. О вкладе азербайджанского народа в становление Когалыма сегодня напоминает улица Бакинская. Совсем скоро среди домов, украшенных бетонным ажурным орнаментом в восточном стиле, появится мемориал, символизирующий память и дружбу народов. Его строительство уже началось.